Вам тренер Сибирь Куба Днепр Денис Журавлев. Игрок Дмитрий Цепов. Дмитрий, пожалуйста, ваш комментарий матч. Ну, первое, это то, что мы победили, это хорошо. Да, лучше плохо выиграть, чем хорошо проиграть. Много есть нюансов, которые сегодня не задалась игра изначально. Есть какие-то там оправдания, может быть, под нагрузкой были. Но нужно выходить более сконцентрированно на игру, чтобы не было. У нас есть хорошие моменты, а потом куча провальных. То, что договариваемся, не делаем. То, что не договариваешь, сделаем. И поэтому у нас волной идет. А так по игре мы выиграли подбор, хотя после перерыва дали много второго шанса. Ну, работаем дальше, двигаемся дальше. Спасибо. Ну, было видно с начала игры, что ребята были уверены в своей победе и, наверное, чересчур самоуверены. И в какие-то моменты наступало расслабление, где мы позволяли Харькову возвращаться в игру, пропускали быстрые прорывы. Тут просто от того, что мы не бегали, не возвращались назад, не бегали туда и назад, позволили команде набирать легкие очки. Вот. Это нужно забирать. И прежде всего хочется сказать, чтобы ребята какой-то... Ну, было видно, что некоторые игроки заставляют себя делать тяжелую работу, как будто это шахта или какой-то труд, ну, несовместимый с какими-то, знаете, хорошими условиями. То есть хочется, чтобы игроки получали это удовольствие от этой игры, от своих действий на площадке. Независимо от того, забивают они голы, не забивают, находятся они на площадке или на скамейке. Все-таки победа есть победа, и этому нужно радоваться всегда.